Мы на месте. Мы приветствуем Ингриду, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-то мешает сканированию? Не голограмма, она где-то в области сердечной чакры, как внутрь воткнута. Хорошо, сканер, вытащи эту голограмму, отключи сопутствующие чипы, датчики, импланты, выведи это все из биополя. Все выходит, формируется в шар. Есть шар. Отправляя шар в клетку-тюрьму. Еще что-то мешает? Нет. Даю команду, на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Ингриды, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ингриды, находит все. Не, без. Без, да. Притянулся к голограмме. Гуманоид. Гуманоид, хорошо. Какой, да, без? 9. 9 герцовый. А что ты делаешь в этом биополе, без? Что-то суетится, кружится. Что делаю, что делаю? Остановился, без. Я тебя второй раз спрашиваю, я всего 3 раза спрашиваю. Потом идешь на переработку в галактическое ядро. Итак, что ты здесь делаешь и сколько находишься? Повторяет за тобой слова. Сколько нахожусь. Выстраивается прямой канал от беса к другим ответственным, с ним связаны, притягивая в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьме мои заложники. Чисто. Хорошо, бес, тебе что, действительно рога обрезать, если ты не понимаешь нормально? Я нормально понимаю, стесняюсь просто. Ты стесняешься? Я еще ни одного беса не видел, который стесняется. Итак, я жду ответов. Тяну с нее энергии. Что тут непонятно, каких ответов ты ждешь? Сколько ты находишься в этом биополе? Третий, последний месяца. Раз. 3 месяца. Мы дом чистили. Как ты в дом попал? С кем? Где ты ее подловил? Не понял он вопрос. Где ты к ней подключился? Дом мы чистили. Ты из портала вышел, ты ее на улице словил. Где Он ты... не находится в доме, поэтому не понимает твой вопрос. Хорошо, где ты ее словил? Так понятно? Переключился с другого человека. Переключился с другого человека. Перепрыгнул. Это мужчина? Да. Который в доме с ней живет? Да, очень было удобно. Ты там присутствуешь? Мы просто обоих сегодня чистим. Сразу после нее. Хорошо. 3 месяца. Энергия жрала. Откуда гуманоид? Вот так. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2 месяца. 2 месяца. На что ты зашел? Как ты подключился? Рассказывай, гуманоид. Ну, он показывает. В доме стоит плата. В этой плате идет энергия. Она как, вот как будто он дышит на нее. Она заполняется этой голограммой, полностью закрывая ее. А как ты в дом попал? Ты защиту пробил? Пробил изнутри. В ком ты находился? В чем находился? Нахожусь. В ком ты находишься, кроме Татьяны? Мужа. Мужа тоже. Ты посмотри. Интересная ситуация получается. Хорошо, идем дальше. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Ингриды спроецировать энергетические и сферические каналы к бесу и гуманоиду. И выстраиваются прямые каналы к артефактам гуманоида, к этой голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ингриде. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки 50 раз. Чистишь квартиру, один остается нечищенный. Изнутри пробивается защита именно от того человека, которого и не чистили. Потому что сущности там в нем остались. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ингрида забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Ингрида себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания без. Выходи, снимай все, что ты оставил в биополе. Возвращайся назад, приступай. Он снимает какие-то обувь какую-то, и у нее шипы на подошве. Угу. Суета какая-то. Суетиться он ее заставлял. Не могла на одном месте сидеть. Искала что-то постоянно. Готово. Хорошо. Сканер, просканируй Ингриду на чистоте гуманоида и этой голограммы. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Если есть, выводи, отключай полностью. Не, подключек нет, но есть энергии чужеродные, вот как воздух какие-то внутри от этой голограммы. Включаем внутренний белый свет Ингриди, и она этим светом выдавливает из себя все негативные патогены, низкой аббрационной энергии, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Все это выходит до 100%, формируется перед ней в шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду на рассинхронизацию Ингриды с бесом и гуманоидом и голограммой. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто.
Помогаемая энергия стегнует все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Ингрида, как вы себя чувствуете после проверки? Мы закончили. Но она показывает на ноги, говорит, что я только сейчас поняла, что отключки, которые на ногах были, они меня постоянно заводили. И так. Сейчас она ждет эти импульсы в голову, а их нет. Что-то делать, что-то говорить, что-то искать, какие-то дела. Сейчас ей спокойно, и эти мысли выходят. Конечно, их не должно быть. Это были мысли, которые вам навеяли интерференты через свои подключки, через эту голограмму, через подключки беса. Все это переходило к вам. Сейчас этого нет, соответственно, вы не будете испытывать этого дискомфорта. Хорошо, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ингриды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.